Хей, йоу, друзья, всем привет, с вами снова я, профессионал енот, и мой друг Нубик, поздоровайся! Всем привет, ребята! Сегодня мы вместе с Нубиком будем стоять на пороге очень интересных выборов. А если точнее, у нас их будет два, и мы оба можем посмотреть, протестировать. Исходя из названия видео и картинки, ребята, вы уже поняли, что будет происходить. Сегодня у нас есть вот такая вот красная сторона, на которой, как видите, у нас здесь телевизор с вот такой вот злой рожей. Это означает то, что если мы нажмем на этот рычаг, то мы попадем, так скажем, в альтернативную вселенную, в которой ТВ-мен Титан злой. Стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Вот. Ага. Он будет не на нашей стороне, так сказать, и, значит, вот... Когда мы туда попадем, увидим, что будет. И также что произойдет. У нас есть добрая сторона, в которой у нас добрый телевизор. Вот такой вот, с улыбкой. И это значит, что если мы нажмем на этот рычаг, то окажемся в альтернативной вселенной, в которой ТВ-мен добрый. Вот. В общем, надеюсь, все поняли, что будет сегодня происходить. Че, Нубик, куда пойдем сначала? К доброму? Слушай, ну сначала я хотел бы к доброму, да, наверное, сходить. Давай тогда на счет 3 нажимаем на рычаг. Давай. И отправляемся в эту вселенную. 1, 2, 3. Опа, я где я? В туалете. Че я на унитазе сижу? Блин, Нубик, иди отсюда, а ты че? Да в смысле, я там просто сидел, я не знаю почему. Вот это мы попали в альтернативную вселенную. О, смотри, нифига, тут всю деревню скибиди туалеты, что ли, заполонили? Ну да, походу. Ого. Прям все. Нифига их сколько. О, там, кстати, дом видно этого. Скибиди, да? Ой, тьфу ты, скибиди туалета. ТВ-мен Титана. Да. Видишь, огроменный. Ну короче, да. Да. Значит, такую картину мы уже видели не раз. Вот, но нас спасал ТВ-мен Титан. И по идее, поскольку мы в доброй этой вселенной, он тоже нас... он, наверное, должен нам помочь как-то. Должен освободить от этих скибиди туалетов. Нифига себе их тут. Я сейчас так оглядываюсь. Много. Их тут реально дофигища. Ты вообще где? Ты что, в туалет пошел опять? Да тут я. Капец ты, Нубик. Так, во, зашевелили, смотри. Так, а неужели они что-то заподозрили? Что-то заподозрили, думаешь? Не знаю. Опа, там смотри, идут куда-то. Ого, там ТВ-мен Титан гасится. Ты видишь? Да, нифига себе. Он там дерется. Так, вот тут первоклассное место. Блин, правда, ничего не видно. Я видел, туда бежал гидро, скибиди туалет, и там был вот этот вертолет, и вот эти вот, как их там, лопасти, которые у ТВ-мена Титана. Так, и что там? Что там происходит? Я ничего не вижу. Нифига. Я тоже ничего не вижу пока. Слушай, может, воспользуемся нашим секретным туннелем и попадем к этому? К ТВ-мену Титану? И оттуда посмотрим. А давай. Ничего... Так, надо факела, подожди. Факела вот у тебя есть? Да, держи. Давай. Опа, держи факелочек, спускаемся в наш... Ну, и ты его забрал. Я выкинул тут снизу. Спускаемся в секретный тоннель и ползем. Ползем домой к ТВ-мену Титану. Ого! Там слышно этих гидр или кого это? Кто такие звуки издает? Да, он. Офигеть! Вот это мы попали в мир, блин, доброго ТВ-мена Титана, в котором происходит полная жесть, если честно. Это точно. И он тут один. Здесь нет этого спикермена Титана, нет камерамена Титана. Блин, ну да, кстати, я никого странно. Из них не видел. Опа. Осталось еще чуть-чуть, Нубик. Почти доползли. Ага. Хорошо, что у нас есть такой туннель секретный. Вот, и мы можем легко точно попасть сюда. Там бы мы точно не пробрались поверху. Сейчас, короче, выглянем. Поверху вообще это безумие выходить из дома. Ну так. Да. И вот за ворот. И здесь уже будет подъем сейчас наверх. О. К дому, вернее, внутрь дома ТВ-мена Титана. Вот она, лестничка. Ага, вижу. Так, я уже вылезаю сюда. Сейчас посмотрим, что происходит тут вообще. Опа. Так, здорово. Давай. Ого, он тут стоит. Что там, стоит? Да, стоит тут, прикинь. Нифига. О. Так, а ты чё, иди давай этот. Чё-то походу, блин, он не... Надо освобождать, особо а он, смотри, жаждет. Он здесь дрался, короче, с ними. Давай подведем, может, сюда к нему. А, он здесь почистил, ну давай, вы, идите, тут пирожки бесплатные. Сейчас мы их заманим сюда, и будет им тут капец. Уведутся. Опа. Где он? О, он бежит сюда уже. Давай быстрее сюда, подводи их. Он вышел, смотри, он вышел. На, давай, подводи остальных. Остальных подводи. Не надо. Ничего себе.
Надо, короче, сюда вести всех. Давай быстрее с ними справляйся. Ай! Нет, за мной бежит целая толпа. Надо вот сюда выходить. Какой-то. Ну, беги их! За мной очень много их! Тут, я сам тут бегаю, за мной тоже тут... Ааа, нет! Пожалуйста, нет, нет, нет! Меня завалили. Так, я в туалете появился снова. Так, давай, давай, давай. Я выбегаю. Сюда, сюда. Подводи всех туда, Нубик, подводи! Да, я пытаюсь, я пытаюсь. Я на себя там... Давай, помогай мне! Да я такую толпу загрел, меня завалили эти туалеты. Опа, что опа, я могу сказать? Опа. Я тут тоже толпу огромную загнал, блин. Офигеть, он их тут разносит, ничего но себе. Хотя бы с ними справляется, да. Так вот так это должно быть, ребята, нифига. Ой, вот ой, этот Тимен Титан спасает понял. Нас от всех. Скибери туалета, ва, полицейский. Чуть не поймал меня. Аккуратно. Так, надо сюда. Вот эта толпа, давайте, алло, за мной. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Давай, 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 сюда. Ого, там замес какой, нифига себе. Я в шоке, если честно. Ой, не надо. Нубик, отбегай, тут капец их сколько идет. О! Так, там еще гидры идут. Офигеть, блин. Давай. Тимен Титан, переагривай на себя. Это капец какой-то. Давай. Так, опа, я вот здесь прячусь. Нет, не работает. Не работает, спрятаться невозможно. Так, давайте так, а ну, вы. Подожди. Сюда, подходи. О, нормально, нормально, включился, включился. Ай, ай, ай. Тихо, спокойно, я очень много веду за собой их. А сейчас. Ты капец. Сейчас будет продолжение битвы. Смотри, он с этими расправился, да, сюда все, побежал. Отлично. Есть там еще кто-то остался? Да, возле нашего дома, вижу, смотри, вижу, там где-то вижу, были вижу, с той стороны. Вижу. Офигеть просто. Это что вообще? Давайте откуда ко мне. Откуда их так много здесь? О, блин, ну тут много. Но TV Man Титан справляется со всеми. Вы только посмотрите, как быстро он разбирается с гидрой, с полицейским, с обычными. Это просто жесть. Так, а чё вы за мной-то? Отстань. Не-не-не-не, тихо-тихо-тихо, я тут не пробегу. Так, вы ещё идете тут за мной? Ну да, толпу вроде опа. Веду. Давайте бам, сюда. Бам, о, они на него переключались некоторые. Житель, беги отсюда! Давай-давай-давай, сюда-сюда-сюда. Давай-давай-давай, ну подводи туда к ним. Опа, да я пытаюсь. Опа, блин, опа, он еще опа. Твоими занят до сих пор. Да-да-да, я очень много привел их. Теперь ты бегай здесь вокруг, а я пойду а еще я так и приведу уже сейчас. Понял. Опа. Опа, опа, опа. Давай-ка, сюда давай побегаем, давай офигеть. Побегаем. Офигеть. Интересно, они вообще могут завалить Тимена Титана такой толпой или нет? Как не ты знаю, думаешь? Мне кажется, ой, ой. По-моему, я попал. Ой! Тихо. Ой. Так, сюда. Ну я в туалете появился, там же, где мы и появились в этом мире. Ага. Опа. О, все, я выбрался, отлично. Я веду еще толпу, Нубик. Давай, давай, руби их, руби их, руби их. Вау, 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 вау. Че он там справляется? Ну, вроде как. За мной, алло, вы где там? Потерялись, давай, что сюда, ли? Сюда, выходи сюда, выходи, выходи сюда. Давай, я пытаюсь его, сюда его. Вести, Нубик, эту толпу, но они не очень быстрые. И это, кстати, чё хорошо. Он там застрял, что ли, я не понимаю. Да он там давай. Дерется. Давай, так, иди, здесь. Дерись. Если еще видишь кого-нибудь, иди еще приманивай. Так, так. Помимо твоих пока... Ага, вижу, там еще двое я есть. Я веду сюда. Так, смотри, стоит. Он увидел их. Он их увидел. Ой, тут не двое. Начинает тут бежать сюда. Пятеро. А, блин, уже здесь. Нифига, я отбегаю. Шестеро. Да сколько отбегаю. Вас тут еще? Пошел замес. Вынес гидру. Так, хорошо. Гидру завалили. Давайте, давайте, за мной, сюда. За мной, за мной, за мной. Толпа скибидикающих туалетов сюда. О, нифига, ты там еще сколько нашел. Да. Это последние, да? Ну, вроде бы, да. Он с ними расправился, Нубик. Давай быстрее сюда. Ой, 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 не надо. Быстрее сюда веди, он тут да стоит. Да подожди, быстрее, меня чуть не отмудохали. А то сейчас домой зайдет и все, и не будет спасать. Во, он идет. О, он давай, идет, давай, 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 дружище, давай. Осталось чуть-чуть этих скибиди туалетов, и практически все закончилось, этот кошмар. Отлично. Все, житель уже там начал садить, короче, овощи по новой, видал? Пофигу, у него вообще, у него огород, на, ему на все пофигу. На, давай, иди туда его, сейчас тебе получишь по роже своей. Бэм, давай. Так, бэм. Так, хорошо. Кажется, TV-мен, Титан. Это был последний. Я тоже никого не вижу больше. Вроде я пробежал с той и с этой стороны. Спасибо большое, TV-мен, Титан, за то, что освободил нашу деревню от этих скибиди туалетов. Да, а то они бы поработили здесь всех. Во, жители возвращаются с леса, смотри. О, нормально. Фу-ху. Как же хорошо, что он добрый здесь. И помогает жителям и нам, а также нашей деревне. Опа, все. Мы так. Вернулись сюда, мы посмотрели добрую альтернативную реальность. Вот этот рычаг мы нажимали. И теперь да. У нас остается реальность, в которой TV-мен Титан будет злой. Ну надеюсь, что, все не будет очень плохо. Ну, и мне кажется, что будет плоховато, нас конечно. Не взорвут с самого начала. Ладно, ты готов, Нубик? Ну, наверное, да. Давай. Раз, два,
Три. О! Я под столом! А я в шкафу! Нормально! Опа! Все, я вылез. Смотри! Здесь, короче, в этой альтернативной реальности, да. Тоже деревню захватили скибиди туалеты. Нифига себе. Жесть. Так, люк у нас тут тоже есть. Что будет происходить? Еда, интересно. Телефон. Так, факела. О, факела здесь тоже лежат, слушай. Тоже все, короче, как есть? Стой. Да-да-да. И где? И что? Тут, я так понимаю, по логике вещей он не будет драться с ними, да? Не знаю. Но я не вижу, чтобы там что-то происходило, если честно. Ну да, типа ничего не происходит, это факт. И что делать? Мы попали в реакцию... Ой, в реакцию. В реальность, в которой TV-Man Титан злой и... Да, но нам теперь надо закончить это, чтобы попасть в наш обычный мир. А может он, короче, на стороне скибиди туалетов? И типа... А может он просто типа сам за себя и... Может он их сам вообще сюда позвал? Всех этих скибиди туалетов. А может ты сам позвал? А как нам это выяснить теперь? Как нам понять? Слушай... Мы можем ему позвонить, у меня есть телефон. Позвонить? Да. А у тебя есть его номер? Да, есть. Звони. Так, ладно, давай. Набираем номер TV-Man Титана. Давай. Алло, TV-Man Титан, это ты? Да, это я. Чего вам надо? Нам надо деревню освободить от скибиди туалетов. Ну да, типа. Как бы, а то ее тут все захватили, а тебя нет и нет. А я вам... Ничем не помогу. Вы что хотите, то и делайте. Понятно? В смысле? Нифига себе. Ты же против скибиди туалетов. Все, он уже сбросился, слышишь? Так, понятно. Интересно. Очень даже. То есть он ничего не сказал, не будет делать. Давай к нему пойдем. Да, давай, факела берем, погнали. Факел сюда. Так, держи тебе. Опа. Давай. У меня факел. Взял? Опять ты взял. Все как в той реальности, скажи. Реально, блин. Один в один. Итак, мы ползем. Мы ползем в дом TV-Man Титана. Опа, опа, опа. Сейчас как жаба, он так пропрыгает. Да, я еще тот прыгун. Давай, догоняй. Опа, 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 опа. Пытаюсь. Умеешь так, а? Оп, оп. Ну, оп, да. Оп, 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 оп. Вот так быстренько, быстренько, быстренько. И я уже возле вот этого поворота. Хорошо. Нормально ты. Ну, я тоже выползаем. Так умею. Ты там попрыгал. Так, по прямой, конечно, получше. Все, я вылезаю. О, вон так, он стоит, смотри. Тоже. А ну-ка. По-моему, он недовольный. Ну да, кстати. Ну, либо же он злой, ё-моё. Слышь, TV-Man, ты чё напугать не хочешь? Алё, давай. Ты меня слышишь там? До тебя иди. Звук доходит? Он вообще даже внимания на тебя не обращает. Иди бей этих скибиди туалетов, да ё-моё. Да ему вообще пофигу. Алё! Ничего я не буду делать. Валите отсюда, ва. Я больше вам не помощник. Да в смысле? А чё? Чё ты злой-то стал? Да, алё? Да я понял, тебе просто слабо. Ты с ними не справишься. По-моему, он не ведется на твои байты, Нубик. Ему вообще действительно все равно. Ну, может, как-то договоримся, а? Нет, идите нафиг отсюда. Да. Ладно, слушайте. Есть у меня одна просьба к вам. Принесите мне 10 телевизоров, и тогда я помогу вам. Наверное. Ага. Наверное. Ага. Кидалово какое-то? Ну, попахивает. За километр слегка, чую. Да. Но выбора у нас нет, Нубик. Ну, да. А где мы 10 телевизоров возьмем? Я не знаю. Но нам все равно придется где-то их достать. Ого, так, я понял, туда лучше не соваться. Да, ясно. Можем в деревне поискать у жителей в домах. Ну да, в принципе, у них же должны быть. Но нам нужно зелье невидимости, у нас есть дома. У нас есть? Да, у меня в сейфе лежит, пошли. Ползли тогда обратно. Если в этой реальности все абсолютно так же, как типа да, и в нашем обычном мире, то в сейфе должны быть зелья невидимости. Так, ты уже упрыгал сюда, я понял. Да, я уже попрыгал. Давай, я за тобой. Опа, 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 быстренько сюда. Так, что-то ты медленно прыгаешь, Нубик. Я тебя уже почти иногда, обогнал. Иногда на поворотах бывает зависаю. Пузо отъел, боками цепляешься, да? Да ладно тебе, отъел. Так, 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 опа. Все, я здесь. Хорошо. Отлично, закрываем. Так, сейф мой здесь, зелье невидимости берем. Опа,
Вот это одно. А ты думаешь, они нас не почувствуют? На, никто нас не почувствует, Нубик. Невидимость, она и в Африке невидимость. Главное, чтобы на тебе трусы не шуршали сильно и все. Ага, понял. Да. Так, 10 телевизоров нам нужно. Че, вместе будем ходить? Пошли вместе лучше ходить будем, а то... Ну, не знаю. Ну, блин. Разделимся, а то нас поймают еще по отдельности, и хана. Ну... А так, вместе, если что, будем отбиваться. А как мы поймем-то, кто где? Где мы? Ну, по следам. Слушай, ну, ты ж когда бегаешь, будет... видишь, с тобой такие штуки идут, и все. Все, я пью, давай. Давай, я тоже выпиваю. Поехали. Выходим на охоту телевизионную. Итак, закрыл? Да. Давай направо, и вот в этот первый дом, который... Вот, видишь, я бегу. Ага. Опа, где в него вход? Так, нас вроде как не видят, вроде все хорошо. Не видят, ой, тут, блин, прям на входе. Тихо. Опа, я зашел. О, есть телек. Забирай его, давай, опа, забрал, хорош. Я забрал, да. Так, выходим. Так, давай, что там дальше? Здесь тоже телек. Есть. Я забрал. Хорошо. Так, выходим отсюда. Дальше? Давай сюда. Двери закрываем, забирай там, если есть. О, тут тоже есть. Так, это у нас уже... Третий. Слушай, пока что план нормально наш работает. Ну да. Вот здесь еще есть. О, четвертый, давай. Так, тихо, аккуратно. Главное, хорошо. На них, об них еще, наверное, не спотыкаться, а тут точно поймут. Ну да, нужно нам как-нибудь аккуратнее ходить здесь. Так, что здесь, есть телевизор? Так, у меня третий. Сколько хорош. У тебя, три? Два. А, два. Так, пять в сумме. Так, идем сюда. Еще аккуратно. Пять. Скибиди туалетов. Нашел еще один. Не задеваем. Так, у меня есть три уже. Опа. У меня 4, еще 3 надо. Хопа, вот сюда проскочил. Опа. У меня уже 5. У меня 4, еще один остался. Еще один остался, да. Все, я сейчас тут сюда зайду. Во, я нашел. Нашел? У меня 5. Все, да. Отлично. Так, давай. Выдвигаемся к этому. К ТВ-ману. Да, давай, давай туда, к нему, да. Там у него есть. Ой, тихо. Нифига себе, сколько здесь скипяти туалетов. Вся деревня в них. Тут еще они надо как-то стоят. Прошмыгнуть, да. Тут еще надо как-то прошмыгнуть, чтобы они не почувствовали, блин, не спотыкнуться об них. Все, я здесь рядом. И я тут. Опа. Заходим. Все. Фу. У меня невидимость уже все. Виви, у меня все. 5 телевизоров, давай, забираем. Эй, ТВ-мен Титан, мы принесли тебе 10 мы телевизоров. Сделку. Бери. Теперь выполняй свою сделку. Вот вы наивные. Ничего вам не буду помогать. А за телевизоры спасибо. Эй, он забрал. Ну понятно. Куда? Алло, давай помоги нам, блин. Какие наивные! Я сказал, валите отсюда, а то сейчас сам выкину вас. Да блин. Ага, ты нас еще поймай, гений. Короче, походу мы не сможем никак эту деревню освободить от скибиди туалетов, потому что он, возможно, ну не на их стороне, но на нейтральной точно. Ну да, типа сам за себя. Ну я так и знал, что так и будет. Ну типа примерно так. Я знал, что он нам нифига не поможет. Сам ты наивный. Вот это, конечно... И так пахло, блин. Злой ТВ-мен Титан. Опа. Все? Закончилась эта реальность альтернативная? А, то есть мы ее прошли. Походу. Короче, ребята, мы побывали в доброй альтернативной реальности, в злой альтернативной реальности. И что я хочу вам сказать. Вот это реально злой. Вот он да, прям бяка. Да, точно злой. А вот в доброй этот... действительно да, добрый. Хороший. Прям такой ТВ-мен Титан, который должен быть. Ну что же. Больше нам тут смотреть нечего. На этом мы будем заканчивать. Если вам понравился этот видос, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Нубика, а также на мой канал. Не забывайте активировать колокольчик, чтобы серии новые не пропускать. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, какой ТВ-мен Титан вам понравился больше всего. Добрый, либо же злой. На этом все. Будем прощаться. С вами, как всегда, были мы, профессионал енот и Нубик. Всем до скорой встречи и пока-пока-пока. Пока, ребята! Пока, ребята!